деле редко очень играю эти песни, блин, потому что я никак не могу наконец разобраться с текстами, мне просто не хватает меня. Вот. Первая песня называется «Кукловод». Она уже трижды была переделана, но никак еще до конца ее не доделала. Боимся на свет я, чтоб стать королем, чтобы править народом и воевать, чтобы мир сохранять словом или огнем, и чтоб лучшим правителем стать. Добрый люд непослушный стал восставать, мол, не сладок их пряник, как сладок мой мед. Лучшей жизни они захотели опять, но меня ни один не поймет. Я пошел к мудрецу и просил лишь совет. Он с огромным желанием мне отвечал, что простого решения, видимо, нет. Сделать так, чтоб народ не ворчал. Путь есть только один, и его кровью писать, но не смертью народа, а кровью твоей. Тогда я бы всегда смог тебе помогать, и вдвоем мы бы были сильнее. Кровный договор, тот, кто был верен до сих пор, обманщик или вор, дергай за ниточки жизни людей. Ты пал пред испытанием для королей. Не тебе теперь решать, кто будет жить, а кто умрет. Но ты мечтал измениться. Твоя тень теперь твой кукловод. Я тебе в своем собственном тень пленен, и о помощи мне и не стоит мечтать, ведь в обличье мое негодяй сел за трон, но он не умеет прощать. Предо мною старик и моей рукой вор на казнь отправляет невинных людей. Ты меня имени, уж мой гость дорогой, он всего лишь тиран и злодей. И подписал король кровный договор, тот, кто был верен до сих пор, обманщик или вор, дергай за ниточки жизни людей. Ты пал пред испытанием для королей. Не тебе теперь решать, кто будет жить, а кто умрет. Но ты мечтал измениться. Твоя тень теперь твой кукловод. Нет ангелов, и нету богов, и нету демонов, и хвостатых чертей. Но зато здесь сверхлихо, полно дураков, хоть обычных, но глупых людей. Старый путник в темнице мирно сидел, он увидел, чьи лапы гребут к себе власть, ведь он прошлое. Галя раскритил, но на утро
он должен был пасть. Следующая песня, не знаю, покороче, наверное, будет, вот, и я перестану мучить ваш слух. Песня называется «Немые люди». Последний раз я пишу небо и пробегаюсь по земле. Последний раз я вижу солнце и яркий свет. Последний раз вкушаю хлеба и предаюсь своей мольбе, чтобы участвовать в бессмысленной борьбе. Я больше не скажу ни слова, ты мои письма сохрани. Немые ангелы поднимут на земле. Стану грешным, ребенок праведных семей, и в первый раз пойду невинным убивать. И станет чем-то смерть потешным, а жизнь лишь станет чуть ценней убитых воинов, сыновей, матерей. Я больше не скажу ни слова, нет больше мира голосам. Немые боги нас поднимут к небесам. Наступит миг плохих свершений, когда по новой на заре немые люди зашагают по земле. Спасибо. Дима. Да, да. Вадим Мешов. Так, сейчас у нас Владимир Шенин сыграет. Вот он у нас тоже, в принципе, давно участвует в фестивале. В этом году не участвовал. Сейчас вместо фестиваля. Дим, да. Есть гитара звук? Сейчас. Ой. Она, в принципе, может у меня глючит сейчас немножко. Сейчас она у тебя глючит. Если звук не будет, тогда просто это со второго микрофона. А из-за чего? Из-за батарейки или из-за чего? Нет, ты знаешь, вроде звук есть нормально, да? Ну, он может, он... Вот видишь, он что-то... Нормально, нет? Ну, видишь, вот что происходит. Это не нормально. Хорошо, давай тогда отключу. Давай со второго микрофона. Придется без обработки на гитаре. Ну ничего. Всем привет, меня зовут Владимир Шенин. В принципе, можно бы у кого-нибудь взять гитару, если хочешь. Да я, наверное, не хочу. Если так слышно будет. Сейчас я сыграю две совсем новые песни. Прям совсем новые. Первая песня называется «Потеря». Помутнение рассудка, большая утрата. Брат восстал против брата, сын против отца. Привязавшись к корням, чтоб не стать друг крылатым, отряд не заметил потери Творца. Привязавшись к корням, чтоб не стать друг крылатым, отряд не заметил потери Творца. Правда и ложь поменялись местами, в полутемном сарае не рассмотришь лица. Сам себя не расслышав, со скрежетом стали, отряд не заметил потери Творца. Сам себя не расслышав, со скрежетом стали, отряд не заметил потери Творца. А на память друг другу мы дарим подарки, слеза санитарки, да кусочек свинца, за спиной оставляя триумфальные арки, отряд
заметил потери Творца. За спиной оставляя триумфальные арки, отряд не заметил потери Творца. Видеть людей, управляя полками, сложно требовать в храме от подлеца. Топнав любовь в грязь, сапогов каблуками, отряд не заметил потери Творца. Топнав любовь в грязь, сапогов каблуками, отряд не заметил потери Творца. А над городом кружит стервятников стая, как будто бы зная, когда чей черед. Очень много того, что нас убивает, очень мало того, что нас создает. Очень много того, что нас убивает, очень мало того, что нас создает. Очень много того, что нас убивает, очень мало того, что нас создает. Спасибо. На самом деле, эта песня была написана буквально неделю назад, а там какие-то моменты дописывались там вплоть до сегодняшнего дня. Поэтому, к сожалению, так, не идеально все звучит. Нормально все. Все свои. Да. Это понятно. Вот. Ну, а вторая песня лирическая будет. Наверное, если бы я пришел бы там первый раз на студию сотворчества, я бы эту песню не стал играть. Вот. Дело в том, что там внезапно оказалось слово «коньяк». Вот. Но я не первый раз, поэтому я ее сыграю. Чтобы не подорожить фантазия, это коньяк не тот, который стаканами, а тот, который по ложечке в чай, чтобы с простудой бороться. Простуда — это последние два месяца просто, да, какая-то. У меня и у многих моих знакомых. Третий месяц февраля, мы все спасались, как могли, когда замерзшая земля устала нарезать круги. Мы запасались коньяком, стихами, пеною для ванн нас выручали кардамон, имбирь, гвоздика и шафран. Не зная слова, телефон, часы, компьютер, интернет, мы запускали патефон, немного приглушая свет. Мы собирались у огня, неважно, свечка ли камин, и каждый искренне молчал, когда вдруг кто-то говорил, не требуя в ответ наград, делясь избытками любви, сердцами в сотни киловатт друг друга грели, как могли. Но все же кончился февраль, внезапно наступил апрель. Мы разбежались, кто куда, не ощущая страх потерь. Мы дружбу выпили до дна, познав секреты бытия. Зима была на всех одна, весна для каждого своя. Спасибо. У этой песни нет названия, может, по первой строчке. Шел третий месяц февраля. Можно по последней, по двум последним. Спасибо, Владимир Шенин. Так, это у нас, по-моему, все сыграли, кто у нас уже заявлен, но тут у нас с Павлом Зубковым был заранее обговорен план, что он во втором круге сыграет. Вот, так что, по-моему, да. Все же сыграли, да, заявлен. Николай Подорожский у нас заболел, он переходил, что его не будет. Сейчас мы
послушаем по одной песне совсем вот новых наших знакомых авторов, с которыми только вот сегодня познакомились. Первым сыграет Евгений. Правильно говорю, Евгений? Я могу путаться с именами, потому что, если что, простите, ну, поправляйте. Вот. Ну, новые авторы, надо им дать возможность как-то почувствовать обстановку тоже такую более боевую. Сегодня мы так живем познакомились.